косметология всегда была мне очень интересна. Я сама ходила с 26 лет к косметологу, и мне всегда было очень интересно, что она берет, откуда, какие баночки, какое содержание в этих баночках. Косметология, видимо, была изначально заложена во мне сначала как клиент, потом мне было очень интересно, чем пользоваться, как пользоваться косметикой, какие процедуры делать. В моей жизни косметология стала образом жизни, не работой. Естественное омоложение у нас стало трендом на данное время. Все уже все попробовали, много через что прошли. Но многие возвращаются к эстетике. Мы выполняем эстетический массаж лица. Я проходила много обучений разных техникам массажа. Почему я остановилась именно на этой технике массажа? Потому что она отличается от классических техник массажа своей глубиной и правильным воздействием на мышцы и на кожу. Турирование мышц лица. Этот массаж можно назвать как угодно. Я его назвала ручная пластика лица. После такой работы с мышцами лица, конечно, меняется выражение, меняется качество кожи, меняется взгляд, потому что идет работа на круговые мышцы глаз. Массаж, который я выполняю, ослабляет мышцы лица, нужные мышцы лица, которые спазмируются в течение всей нашей жизни, начинают менять свою форму и свое положение. Поэтому идет глубокое воздействие на мышцу, мы снимаем спазм, качество мышцы становится другим. Кожу, наоборот, мы приводим в тонус. У каждого специалиста каждый массаж – это его песня. Естественно, под одним названием каждый специалист выполняет по-разному. И поэтому мой совет вам – найти своего косметолога, который вам подойдет, который вас поймет, который сделает тот результат, который вы хотите и ожидаете. И очень хотелось бы, чтобы у нас было много хороших косметологов и много хороших клиентов. Много учеников, которые бы стремились развивать себя с хорошими руками, с хорошим знанием своего дела.